Где-то тут только что видела. Ага, вот гриб. Вот такой вот гриб. Как же тебя зовут? И ты еще здесь не один, да? Тут целое царство грибное. Сейчас пойдем к соседям спрашивать. Так. Они у нас тут местные, должны разбираться в грибах. Так, вот я еще какой-то гриб откопала. Ну что-то он прям, видимо, уже совсем плохой. Ой, да. Неважный гриб. Где же я была раньше? Столько грибов проворонила. Так, вот еще какая-то малипучка. Такая вот штучка. Интересно. Что это за грибы? Такие неизвестные мне породы. Ну вот прошло 3 дня, как у нас шли дожди. Сегодня солнце, земля прям мокрая-мокрая. Я думаю, что через пару деньков можно сюда еще будет наведаться и пособирать что-то. Так, ну вот еще вот такие варианты грибов. Ну, я понимаю, что вот это вот грусти. Вот это я не знаю кто. Короче, ребят, кто разбирается в грибах, пишите. Я-то, конечно, это есть не буду, но мне чисто вот ради спортивного интереса я пробралась в эту рощу, потому что у нас друзья тут на днях набрали целую лукошку тополиной рядовки. Но вот, наверное, они успели обошли меня. Я чуть ни одной рядовки не нашла. Вот какие-то вот такие грибочки непонятные. Все застелено листвой. Ну, тут надо ходить, ковыряться вот так вот, чтобы что-то найти. Ну, даже если они несъедобные, все равно погулять по лесу, пошелестеть вот такой вот осенней листвой. Такая, знаете, стрессотерапия, антистрессовая терапия. Вот в таких зарослях хожу, вот там наш дом. Вот такая моя коллекция непонятных грибов. Если кто знает, что это такое, пишите. Ну, мне будет просто интересно понимать, что это и что растет возле нашего дома в этом замечательном лесочке. А сейчас покажу, приложу фото, покажу, что собрали нас друзья. Ну, они сказали, что это тополиная рядовка, я им верю. Вот, ну, сейчас постараюсь приложить фото. Ой, кто-то у нас тут что-то стреляет. Охота на фазанов, наверное, продолжается. Пойду, пока меня не перепутали тут с каким-нибудь фазанчиком и не подстрелили. О, что тут у нас еще какие-то? Ну, это, наверное, просто поганочки уже.